свободный человек на 90% – это не свободный человек. Привет, я Леха Румянцев, лидер группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» для проекта «Тверь Тим». Года 3 назад, как я уже оставил все свои там другие работы, не работы, единственный источник дохода – это мои концерты. Не было амбиций в плане быть там стадионным артистом. У меня своя атмосфера. Я никогда не буду делать то, чего я не хотел бы. Или никогда не буду делать что-то ориентированное на публику. Гораздо интереснее, более спонтанные и глубоко личные вещи транслировать. Когда занимаешься музыкой, занимаешься музыкой. Думать о том, как бы так сделать, чтобы это вот сейчас людям зашло там. Но это уже путь к провалу. Рок-культура как раз-таки трансформировалась в рэп-культуру. Там сейчас в плане смысловой нагрузки происходит значительно больше, чем в условном роке, с которым сейчас, конечно, грустновато. Сейчас очень коммерчески ориентированная эпоха. Все люди, называющие себя рок-н-ролльщиками, которые на условном вот этом верху, над льдом, да, их трудно считать вообще представителями рок-культуры. На самом деле просто исправно отрабатывают свой прайс. Настоящий рок сейчас, он в глубоком подземелье, и нас очень мало. Но, собственно, я уверен в том, что я нахожусь на своем месте. Если чем-то занимаешься, что на самом деле любишь, что действительно у тебя, ну, вот, на самом глубоком уровне в тебе сидит, захочешь соскочить, ты не сможешь, скорее всего. Только смерть.